програми «Кухні Рокко». Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени. Партнер програми – торгова марка «Добра хата». Ми завжди раді вас вітати. Вітаю вас в ефірі програми «Смачного». І сьогодні у нас в гостях художник світового масштабу, не побоюся цього слова, член спілки художників України Леонід Іванович Тамілін. Я вітаю вас на нашій кухні. Здравствуйте. Після такого представлення у мене будуть дрожати руки і у мене нічого не вийде. Леонід Іванович, говорить, що талановита людина, талановита у всьому. Як у вас справа з приготуванням їжі? Ну, это мое, конечно, слабое место. Если честно, я понимаю, что то, что мы будем сегодня готовить, это явно, ну, не самое вредное, вернее, не самое полезное для здоровья, но иногда можно себе побаловать, мы будем готовить десерт. Солодке. Боже, ви, напевно, перша людина, яка в нас буде готувати десерт. Ні, не перша, друга, я помиляюсь. Але все ж таки дуже рідко у нас на кухні таким займаються. А що знадобиться? Я бачу дуже багато тут продуктів. Рецепти прості на самом деле. Тобто, в принципі, це можна приготувати дуже швидко. Якщо нагрянуть гості, то можна просто не заморачуватися, щось десь покупати. А вдома, в домашніх условиях, зробити рецепти, які по-настоящему, вони... Ну, скажем так, не самое сложное по изготовлению, но вполне убедительно и красиво их можно подать, и вкусное, что самое главное. Угу. То есть для первого рецепта, у нас два маленьких рецепта, для первого рецепта понадобится масло сливочное, орехи, печенье и вот формочки. Силиконовые формочки такие, да? Да, силиконовые формочки, да. Шоколад, безусловно. Угу. И для второго рецепта тоже шоколад, но уже добавим сахар, яйца. И всевозможные вот сухофрукты, это тоже будет, и коньяк, и ванилин. То есть вот эти ингредиенты нам понадобятся. Вы сегодня намалюете нам две картины с продуктов, из таких, какие мы потом съем. Ну, попробуем. Давайте вже починати малювати картини смачні, да. Я буду вам допомагати. Мне понадобится сейчас... Плитка шоколада, мы его аккуратненько сюда вот покрошим, и туда 50 грамм масла, и на водяную баню, чтобы он растаял. Это молочный шоколад у нас? Да, мне понадобится сейчас на блендере приготовить орешки, вот, грамм 30-50, ну, здесь, наверное, грецкие как раз... орехи. Да, грецкие будет. Орехи, но можно, кстати, для вкуса добавить и немножко орехов других. То есть, лесовые орехи. То есть лучше всего половину этих, оно как раз будет. И туда же немножко грамм 50, но я беру просто на глаз, тут ничего страшного, нужно будет где-то 5-6 печенья, то есть где-то 50 грамм, тоже на блендере. Первое вопрос, который таки выникает в мене до творчої людини, коли ви зрозуміли, що ви художник? Це ж якось прийшло, ви намалювали щось перше. Пам'ятаєте це? Я думаю, що, в принципі, кожен художник цей питання собі задає, але я знаю точно, що рисувати я почав, мені це в основному вже розказували, десь з 4-5 років. А, в принципі, озадачив своїх родственників тим, що я буду художником, я в 12 років, це я точно пам'ятаю. Ось так трошечки. Я думаю, достатньо вже буде. А от якщо не художник, то ким би ви були? Замислювалися над цим питанням? От, якщо чесно, дуже завидую музикантам. Ну, от страшно подобається. Ведь вони реакцію отримують на своє произведення почти сразу, буквально. Якщо це музикант-исполнитель, це безумно впечатляє. От, це мені завжди подобалось, але, видимо, зі слухом у мене не сложилось. І, як би, інші професії я на себе не приміряв, хоча... ну, може бути, щось все-таки зв'язане з творчеством. Коли приходить муза? Як часто? Дело в том, что люди, которые не занимаются напрямую творчеством, тем более изобразительным творчеством, они думают, что это вот художник сидит, подперев лоб мудро, и изобретает какие-то образы, придумывает и начинает их иллюминировать, рисовать и так далее. Mm-hmm. На самом деле это все не так. Все происходит часто, иногда спонтанно или даже случайно, потому что вот поэтесса Анна Ахматова, она сказала, что стихи пишутся иногда не благодаря, а вопреки. То есть вот
Ну, нет как бы прямых признаков того, что вот что-то должно родить изделие искусства. А вот оно получается. Я могу как бы вот просто ехать на шутке, посмотреть в окно и видеть какое-то неожиданное сочетание там листьев, какой-нибудь там забор покосившийся и прочее. И это может натолкнуть на какую-то мысль, которая напрямую с этим, тем, что я нарисую, не будет связана. Зовсім трошки, і вже в нас другі горішки готові. Так, так окремо, чи це... прямо сюди можна, до можна грецької туди, тому що все одно пойде в одну і ту ж тарілку, тому висипайте туди. Шоколад розтворився. Тобто, фактично, можна зараз попытатися всі ці інгредієнти змішати. Шоколад з вершковим маслом, нагадую. Так, пікантність цієї ситуації дасть. Один из ингредиентов вот, – сухая вишня. Можно любые сухофрукты, в принципе. Но лучше, если это будет вот, сухофрукты с кислинкой. Вот, вишня идеально подходит, так что можно попробовать. Ну, добре. Да. А скажите, чи бывают у вас моменты, у каждой творчей людини есть такие моменты творчої депресії? Немає музики, ну, не приходить. Да, конечно. Ну, любой нормальный, уважающий себя человек, он испытывает состояние какого-то такого подъема эмоционального, такого состояния, такого состояния подъема и впечатлений от жизни на высшем уровне. А есть ситуации, когда как-то, в общем-то, особо не радует окружающая жизнь и состояние как бы не в том виде, что... Потому что творить это надо быть все время как бы в форме находиться, в такой психофизической активной форме. Поэтому депрессии бывают, но они скорее такого рода, как временное накапливание сил для того, чтобы выйти на... Но вы умеете с ними бороться, да? Умею, да. Я думаю, что я уже научился это делать, но в принципе эти как бы амплитуда, она постоянно происходит, и я как бы к этому отношусь спокойно. Так, ну что, нам зараз ще потрібно печиво, и мы можем смешивать. Да, да, и мы можем смешивать. Единственное, только нужно будет потом порезать эту вишню. Так. Значит, теперь это все можно смешать. Вишню можно порезать. Причем самое забавное то, что если останутся кусочки печенья, как бы такие не растворившиеся, а такие крепенькие, то это даже и неплохо, потому что... Как в нас. Ну да, да. А это, в этой ситуации это будет даже пикантный вкус такой своеобразный, не будет хрустеть немножечко. Это, кстати, и хорошо. Знаете, є такий вислів у народі, що художник має бути голодним. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, коли художник чересчур голодний, то, в принципі, він буде думати тільки о желудці, що не є правильно. Взагалі, ця розхожа мисль, вона все-таки немножко устарела. Ну, голодний художник, мабуть, краще до цього відноситься, як до якому образу. Голодний – це значить, якби чоловік должен бути з такою світлою головою. Діло в тому, що художник ведь знаходиться в обыкновенних соціальних условиях, як всі люди, і йому, звісно, потрібно заробляти на життя. Никуда от этого не деться, и как бы творить художник может только в том случае, если кто-то заботится о том, ну, чтобы заработать деньги. Вы зарабатывали на життя картинами? Да, 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 конечно. Я зарабатываю на жизнь тем, что я лучше всего умею, естественно, потому что по большому счету, ну, многие очень художники для того, чтобы заработать на жизнь и на творчество, они занимаются вещами, которые к творчеству иногда не имеют отношения. В моем случае проще, я достаточно квалифицированный художник, хорошая школа, тем более, что я художник-график, то мне довольно часто заказывают портреты. Причем заказывают портреты люди, ну, скажем так, влиятельные, известные в нашем городе. Мне это нравится, потому что в этом случае они невольно, поддерживая меня материально, они тем самым еще поддерживают меня и морально, потому что я держу форму, и это тоже хорошо. Я знаю, что она ведь в нашей облраде висит, ваша картина, так, и все милуются ней. Да, да не одна даже. Вы сам себе продюсер, чи кто занимается этим? К сожалению, у нас в Запорожье нет института продюсирования, у нас, к сожалению, нет людей, которые бы могли заниматься помощью художникам, да, наверное, музыкантам, поэтам тоже, потому что это, ну, довольно сложная работа и требует особой квалификации. В Запорожье как-то очень, ну, практически отсутствует институт интеллигенции, то есть людей, которые активно занимаются созиданием творческим в нашем городе, их практически нет. Или они уезжают, или они каким-то образом не востребуются. То есть в тех случаях, где нет возможности заполнить
культурное пространство людьми, скажем, с положительным потенциалом, которые что-то делают, что-то творят, то свято место пусто не бывает. К сожалению, это пространство наполняется людьми далекими от культуры, от искусства, и тогда уже получается негатив. Угу. И даже часто бывает так, что вот в нашем Запорожье выставляются, ну, скажем так, художники не самого высокого уровня, вызывая недоумение у публики и вызывая вот этот дискомфорт в социуме, и люди просто недоумевают. Но если это искусство современное, то тогда я не люблю такое искусство. Это неправильно. Если взрослый человек сможет с этим смириться, то когда это видит молодой человек, и который собирается тоже заниматься искусством в дальнейшем, то это очень негативный опыт, и он может сказаться в дальнейшем. Будем сподеваться на краще. Конечно, безусловно. Что у вас там вже? Ну, я тут уже все как бы перемешал. Достатньо? Думаю, что да. Да, да, высыпайте сюда. Наша сухая вишня. Да, да. Она придаст вот все-таки сладости шоколада, орехов и печенья, еще некоторую вот кислинку. И это кислинка как раз даст вот тот вкус, который, ради чего, собственно говоря, этот рецепт у нас и используется. В принципе, если все это уже хорошо тщательно перемешать, а я вижу, что уже получается такая весьма серьезная однородная масса, нам нужно будет выложить это в вот эти формочки. Силиконовые формочки, и так. Уже, когда мы выложим это в формочки, они должны будут немножко охладиться. Ну, в принципе, хотя бы до температуры такой комнатной, то есть она все-таки еще теплая, эта масса. Действительно, можно сейчас уже вот эту массу, которая наконец приняла какой-то уже вид, надеюсь, кулинарного блюда, и сейчас мы вот эти формочки будем накладывать. Угу. Причем вы накладываете, наверное, своей ложечкой. В жовте. Да, а я в зеленой. Нет, ну в этой ситуации, я думаю, сейчас самое главное, это то, что они должны быть очень быстро наполнять. Причем можно ее слегка так утрамбовать. Першою заявкою такою про вас як художника у нашому місті стала ваша участь у 89-му році у виставці в Кёльні. Да, цепь случайностей, я, конечно, в деталях не помню, но действительно, вот тут, хотя я не считаю себя человеком особо везучим, но тут мне, наверное, повезло. Я, будучи в бывшей столице нашей родины, Москве, познакомился с туристами немецкими. Радостно обменялись адресами. И я, в общем-то, особо как бы и не планировал, не рассчитывал на продолжение знакомства. И приходит письмо из Германии, из Кёльна. Ну, это было, конечно, чудо. Ну, а дальше дело техники. В общем-то, я смог поехать туда. Впечатление было, конечно, потрясающее, потому что это действительно еще, по-моему, из Запорожья практически не ездили так далеко художники наши. Ну, может, я ошибаюсь. Во всяком случае, это было нечастое такое удовольствие. А Кёльн – это, в общем, столица мирового искусства. На тот этап точно было авангарда. Там происходят роскошные выставки. Кстати, галереи, по-моему, около 200 в Кёльне. Ничего себе. Это сравнить с нашим городом, можно понять. У нас сколько галерей? Две? Две, да, с половиной, как я говорю в таких случаях. Я познакомился с кёльнским художником Маркусом Фурбрюггеном. Вот как сейчас помню, художник. Складное прозвище. Да, ему так понравилась графика, вот, в которой я работаю, что он даже располовинил свою выставку в галерее «Нил». Вот в Кёльне есть такая галерея, для того, чтобы предложить как бы выставиться совместно. Это была вот моя первая фактическая выставка Германии. И даже о нашей выставке писала Kölner Zeit und Zürcher, немецкая газета. Одна из старейших в Европе. Это было невероятно трогательно. Вот это, собственно говоря, было начало моих зарубежных вояжей. В каких еще странах вы выставлялись? Ну, тут нужно говорить о странах, где я непосредственно побывал, и о тех странах, где я выставлялся. Ну, так получилось, что мои работы попадали на выставки в странах в Японии, США, Бельгии, это там, где я не был, Бельгии, Польша, ну, Польша я уже был. У вас не было, были лишь работы? Да, да, ну, это обычная практика, то есть художники иногда по почте пересылают или с каким-то группой художников, как бы они передают эти работы свои на выставке. А вот страны, где я побывал и в том числе участвовал в выставке, в выставках, это Франция, Германия, Швейцария, Польша, Венгрия. Вам подобається більше за кордоном робити виставки, ну, так ніж получается, в Україні, так? Так получається, да. Просто я, наприклад, в Запорожжі зробив за 1999 року, за 7 років, я зробив, ні, за 9 років я зробив 7 персональних виставок.